«Непыльная работа» – такое выражение абсолютно не подходит к профессии Бориса Александрова. Трудится он оператором механизированных и автоматизированных складов на Заинском заводе «Техно». На участке погрузо-разгрузочных работ не должно быть простое. Вагоны с сырьем прибывают сюда практически ежедневно. Ну, до 20 вагонов выгружаем. Да, можно выгрузить. Если все нормально, с утра работа начинается. Вот так, с улыбкой, Борис Александров идет по жизни. Несмотря на то, что в его трудовой биографии всегда работа была в непростых условиях, требующая физической выносливости. После армии работал трактористом 8 лет на железнодорожной станции. И нынешнюю работу на заводе считает интересной. Ну, с вагона постоянно двигается, только смотреть. И работа сама механизированная, кругом автоматика. Так что смотреть надо. А еще Борис Александров считает, что ему повезло с коллективом. В бригаде 3 человека. Каждый четко знает свою работу. Если приходят молодые, опытный оператор всегда подскажет и поможет. Это один из наших лучших сотрудников. Работает уже с 2008 года. То есть практически с самого основания. Один из первых работников, который устроился и работает уже непрерывно на этом участке. Конечно, работа на этом участке полна опасностей. Но Борис Александров считает, что главное – соблюдать технику безопасности. Именно это позволяет ему столько лет работать без происшествий. Несмотря на тяжелый труд, наш герой в свои 50 с небольшим лет доволен жизнью и работой. Айгуль Ярулина, Александр Тимофеев, Денис Ипатов. Новости Татарстана.